На участке улицы Авроры от промышленности до аэродромной кипят работы и днем, и ночью. Здесь 6 полос движения, по 3 в каждую сторону. Поэтому дорожные работы, в том числе укладку, можно выполнять и в дневное время, не перекрывая движение. Работы запланировано выполнить таким образом, чтобы в дневное время выполнять укладку по основному ходу. Перекрестки планируется укладывать в ночное время суток, чтобы оптимизировать трудности движения для автомобилистов. Работы по фрезерованию изношенного полотна здесь уже произвели. Дорожные бригады сняли асфальт на площади в 37 тысяч квадратных метров. Сегодня дан старт укладке верхнего слоя асфальта по основному ходу одной полосы. Затем приступят к укладке асфальта на примыканиях и перекрестках. Работы ведутся на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Технология производства работ лишь на первый взгляд кажется простой. Регламент должен быть соблюден до мельчайших деталей, особенно если это касается укладки горячей смеси. Пылесос идет впереди укладочного комплекса. Он осуществляет очистку основания от пыли и грязи. Следом идет гудронатор, который разливает битумные эмульсии. Дальше идет асфальтоукладчик, который укладывает средний слой 6 сантиметров, нашу смесь щебеночно-мастичную. И дальше идет уплотнение уже, да, непосредственно катками ХАМ HD-140. У них шириной вальца 2 метра 8 сантиметров, они идут как раз вот наши 4 метра с перекрытием уплотняют. Ширина укладки составляет 4 метра. В ремонте дорожного объекта задействовано несколько бригад. В настоящий момент обновление участка в границах улиц Аэродромной до промышленности подрядная организация выполнила на 60%. Виктория Шарая, Константин Головин, события.